Самое загадочное здание в Ставрополе – это замок, построенный в XIX веке. В народе он получил название «Дом с привидениями». Особняк связывают с именем бакинского миллионера Ага Балыгулиева. Построен замок в готическом стиле, выглядит очень загадочно, даже в полуразрушенном состоянии. Одна из народных версий гласит, что особняк построил именно бакинский миллионер, владелец самых крупных мельниц на Кавказе Гулиев. По другой версии, владелец сдавал этот особняк постояльцам, и одним из возможных арендаторов и был Гулиев. Построенный в XIX веке, сейчас этот особняк находится в полуразрушенном состоянии, можно сказать, в аварийном. Несколько лет назад здесь был пожар. Здание находится в аренде у местного предпринимателя, но снести он его не может, так как замок имеет статус объекта культурного наследия. Азербайджанцы, живущие в Ставрополе, хотят восстановить это здание. Инициативная группа ведет активную работу по сбору материалов.